15 июля в Одессе откроется новый бювет. Источник с живой водой появится по адресу Академическая, 30, неподалеку от стоматологической клиники Международного гуманитарного университета и церковно-приходской школы. Автор идеи появления бювета в Приморском районе – народный депутат Украины Сергей Кивалов. Обратил внимание на качество воды. Она будет подниматься с глубины 147 метров и уже прошла все сертифицированные проверки. Вы знаете, здесь геологи были, и мы посмотрели несколько точек. 100 метров влево, 100 метров вправо, 200 метров. Вот за спиной у меня пробовали 6 точек, пока не нашли источник, пока не нашли озеро для воды. Здесь, прежде чем завершить строительство бювета, необходимо было сделать разные инженерные сооружения. Здесь нужно провести и канализацию, и трубы, сделать фундамент под бювет. Здесь, как в больнице, чистота должна быть, потому что это источник воды. Это уже второй бювет, который за последнее время открывает команда Сергея Кивалова. Первый появился возле Юракадемии на Фонтанской дороге 23. Сегодня это весьма популярное место одесситов, живущих во всех районах города. Залог качества, правильная эксплуатация объекта, в том числе своевременная замена и очистка фильтров. Вопрос обеспечения бюветами всего города нашел отклик в народной программе Сергея Кивалова. Мы будем лоббировать и финансирование из бюджета нашего города, и тот законопроект, который так и называется «Закон об Одессе», мы зафиксируем, чтобы во всех районах создать еще дополнительно хотя бы 20-30 источников, которыми бы пользовались гражданами. Это очень важно, чтобы была хорошая вода. Это, наверное, стратегическая задача, ну и государства, и в первую очередь лоббистов, народных депутатов от Одессы. Вот это конкретный вклад наш будет в реализацию этой программы.